Доброе утро, это программа Guten Morgen. Ну, у нас так, знаете, от рубрики к рубрике. И следующая наша рубрика называется «Проснись и пой». Конечно же, очень тяжело отказаться от каких-то своих вот любимых дел, но когда тебе вместо чего-то предлагают что-то, ну тогда пожалуйста. Друзья, группа, которая как нельзя кстати в это утро, когда все мы пытаемся проснуться, группа, которая будет будоражить нас своей музыкой. Вместо сна в эфире Guten Morgen. Доброе утро. Доброе утро. И... Одинокое дерево, жизни крутятся лопасти. Если пить неумеренно, разбежать то над пропастью. Посмотреться бы в зеркало, но и там нам очков не снять. И в груди сердце грелкою остается себе сказать: смотри, ведь тупо красавчик, тупо красавчик, тупо красавчик, пиво и хавчик, смотри, ведь тупо красавчик, да, ты тупо красавчик, Сопротивление в тысячи омовы, в 27 точно мне. Не до роддомов мне, нравится кушать мне, нравится слушать мне, нравится петь, это все голым в душе. Я так не хочу, чтоб мы стали чужими. И кубики пресса под шариком стресса. Ну, не стесняйся, признайся, принцесса, шепни мне, тупо красавчик. Ты тупо красавчик, крикни мне, тупо красавчик. Пиво и хавчик, скажи мне, тупо красавчик, да. Ты тупо красавчик, красавчик, да, ты тупо красавчик, смотри, ведь тупо красавчик, да, ты тупо красавчик, смотри, ведь тупо красавчик, да, ты тупо красавчик, И все мы здесь красавчики, И, конечно же, красавицы, Это аплодисменты вам. Доброе утро, друзья. Ну, это конечно же, Миша. А песня-то про нас. Ну, в принципе, да, про всех нас. Почему? Почему нет? Миша, нам очень приятно представить нашего вокалиста группы «Место сна», потому что это наш бывший коллега. Да, друзья, мне вдвойне приятно. Сегодня приходит группа «Место сна» к нам в студию, а я в солисте узнаю когда-то режиссера программы, которую я вела, программа «Хроники моды» на канале М1. А вообще, скажу, М1 – хороший полигон, да? Да. Кузьму раскрутили, Митьку раскрутили. Кстати, у Митько сегодня день рождения. Илюха. Поздравляем, да, Илью. А, давай дальше представим. У нас на перкашен сегодня Олег Копцев. А сегодня или всегда? Почти всегда. Я почему спрашиваю, потому что я знаю, что Олег непостоянный. Да. Он такой переменчивый. Ну, в последнее время мы начали плотно сотрудничать. И на лид-гитаре у нас Андрей Слепцов. Очень приятно. Ребята, ну то, что такая музыка мне нравится, тут уже понятно, без слов. Я это люблю. Ну, а теперь давайте поговорим, как долго вы существуете? Мы существуем еще нету года. У нас первый концерт был 9 июня 2011 года, ну, то есть прошлого. То есть мы молодые музыканты, насколько это видно по нашим детским школьным лицам. Но как-то вот начали
Ну просто как получилось? Мы все играли там во многих коллективах, и хотелось вот чего-то такого более акустического. Мы все играли понемножку. Да, когда-нибудь с кем-нибудь. В данном случае. Песни чего авторства вы исполняете? Тексты пишу я. Так. Вот. И пишу мелодию, а потом Андрей и Олег пытаются сделать из этого песню. Ну, как бы аранжировать. То есть ты приносишь еще какую-то рыбу мелодию? Мелодию, да, приношу. А потом же ребята вместе вы же аранжируете, да? Это все. Слушайте, я, честно говоря, очень хочу такую музыку слушать в машине. Где можно уже что-то? Можно же, есть выложено где-то? У нас пока есть одна песня записанная, ну, назовем это сингл. Вот, тупо красавчик, которого вы слышали. Все. Да, и сейчас мы готовимся плотно уже к записи. Вот, хотим под день рождения, под год, вот, что-то уже пока. Ну, слушайте, буду с нетерпением ждать, потому что я так уже раскатал губу, думал, сейчас, ой, песен диск как минимум скачаю. Вот. Ну, ладно, хорошо. Нам годика еще нету. Ну, мы сегодня идем... еще что-то услышим, да, же, правда? Да. То есть вы готовы? Конечно. То, чего нет еще пока что в записи, да? Да. Ну, спроси, ты же хотел спросить. Я хочу послушать еще. Да? Да. А то так Миша сказал, совсем юный, еще нет года. Еще что, может быть, это и первый эфир у вас сегодня, нет? Туда же? Слушай, ты посмотри, сколько премьер и презентаций сегодня. Друзья, для всех зрителей программы «Guten Morgen» группа «Вместо сна» исполнит с удовольствием. Баладистую или такую хулиганскую? Хулиганскую, только без хулиганских слов. Давайте у людей спросим. Тогда баладистую. Баладистую, да? Да. Как тебе нравится. Тогда решили. Давайте. «Мне бы хотелось» называется композиция. Держали нас вместе, а не провода, чтобы мог наблюдать по ночам за дыханием твоим. Но тогда бы пришлось притвориться не мной, а другим. Часов, миллионы обид не всерьез, сотни скандалов я бы тебе преподнес, наблюдал бы вблизи за течением жизни твоей, но беречь тебя издали мне показалось честней. Сердца завязаны туго вокруг, все хором твердят нам, что мы подходим друг к другу. Влечение только крепнет, на двух одна группа крови. Мы понимаем все важное по движению брови. Одним помазаны миром, в одном прописаны доме. Две разноцветных закладки между страниц в одном томе. И каждый раз, как впервые, прикосновение робкие. Одна фамилия вписана сверху вызова кнопки. Пальцы держали нас вместе, а не провода. Но все вышло иначе, и мы получили взамен по портрету из нот, на мой взгляд, равноценный обмен.
пожалуйста, чем еще, кроме музыки, вместо сна, вы могли бы, вот, не знаю, своим сном, чем могли бы пожертвовать еще? Кроме сна? Да, кроме музыки. А, вот ради что? Музыки чем или... Ради того, чтобы не спать. А, ради того, чтобы не спать? Временем. Ну, музыка, да, понятное дело. Понимаете, музыка у вас обязательно, сон, группа обязательно, да. Аппетит? Да. Скажи, вот вас сейчас трое, да, в составе? Да. Скажите, вот почему трое? Хотите ли вы расширить, может быть? Свой коллектив. Мы рассматриваем вариант выступлений, ну там, как с биг-бендом, да. Угу. Но это какие-то разовые мероприятия. Все-таки, ну, мне бы хотелось, я не знаю. А тебе бы хотелось? Ну, сам формат, скажем так, команды все-таки больше акустичный, такие больше. Да. Дозоры, ну, вот. Такие, чтобы по-домашнему, добрый. Да, я согласен с Арамисом. Ну, мне нравится так, правда. Да, дело в том, что и нам нравится, по большому счету. Я не знаю, сейчас не так много у вас конкуренции в таком звучании. Я знаю, ну, может быть, парочку вот коллективов, которые так работают. Не буду обижать, но среди них вот ваши песни. Мне нравится больше всего. И давайте так вот, поскольку мы так немножко загрустили, и мы вас попросим все-таки... Похулиганить немножко. Все-таки утро, давайте, людей да. нужно поднимать с кровати. Веселая. Песня называется «Фанк». «Фанк»? Да. Сейчас я улучшаю. Группа «Вместо сна» сегодня у нас в гостях. Эй! И хулиганская песня называется «Фанк». Сейчас она будет исполнена да. без гитары. С одной. Ага, чего? Поехали. Кажется, я сегодня приз сорву. Оставайся и посмотри, как я живу. Ну, пожалуйста, задержись на 5 минут. Что согласна, тогда садись прямо вот тут. Я мигом мятная жвачка, чтоб не пахло нигде. Ты не заждалась, ну и слава богу, иди ко мне. Как там тебя тогда, конечно, помню, как мог забыть. Сейчас поставлю чайник, только чашки надо помыть. Давай помаленькой, я понял, все, не хочешь, не пей. А может, все-таки без Б я наливаю, окей. Как хорошо пошел этот гитара, привкус какой. Я думаю, не будет преступлением взять по второй. И прямо в кармане лайфстайл, второе издание. Чувствую, с ней мы сегодня найдем понимание. То, что она не мое, видно черным по белому. Но всегда лучше жалеть о том, что уже сделано. И на утро, ой, мне кажется, что-то я не то сорвал. Посветлело на улице, глаза продрал. Голос малознакомый шепчет мне слова. Где же звукоисточник? Вот он, голова. Проснулась мятая, привет, и мы отводим глаза. Не убежать, моя квартира, хочешь кофе? Я заодно колотил себе, и ей пришел к кровати лежит. И мой вопрос, послушай, парень, ты хоть имя скажи. Потом по очереди в ванну, под душу дожди. Дала мобильный гранд, я позвоню, только жди. Домой отправил, на такси проспал работу, дела. Мы познакомились сегодня, переспали вчера. И так и в кармане осталось второе издание. Мы без него с ней прекрасно нашли понимание. И в голове резонирует голосом эхом ли. Молодость дело такое, поржали, уехали. Группа «Вместо сна» сегодня у нас в гостях. Так, что там гитара упала. Ничего страшного, но знаете, я бы еще вот двух бэк-вокалистов, таких красивых теток поставил бы на заднюю линию, и вообще была бы красота. По-моему, Киев получил в вашем лице новых героев, на которых будут молиться, чьи песни будут слушать. Я вам желаю хорошего плавания, и чтобы в конце концов вы к нам пришли и с клипом, и с альбомом. Ну и отыграли. Спасибо большое, очень рады встрече. Спасибо огромное, что проснулись, спасибо за ваше музыкальное настроение.